Вы смотрите новости онлайн. Похоже, что Прохор Шаляпин решил выяснить отношения с кем-то из своих бывших и пройти тест на детекторе лжи. Прохор анонсировал выход передачи с его участием в своем микроблоге, но не уточнил, кто же станет его оппонентом. Сам он сейчас отдыхает в Сочи и мутит очередной проект с Ларисой Копенкиной, рассказывая, что сейчас она живет в его номере. Так что лучшей претенденткой на роль собеседника у Шепелева является Анна Калашникова, и поводов для выяснения отношений предостаточно. Прохор сразу говорил, что Калашникова врала про беременность, а теперь, когда Калашникова рассказала, что ребенка действительно нет, обиделась на Шаляпина еще больше. На ее защиту вдруг стала подруга Нелли Ермолаева. В разговоре с журналистами Дни.ру она уверяет, что ребенок был, а негодяй Прохор просто пиарится на имени несчастной Анны и поступает непорядочно. Мы с Аней тесно общаемся. Я знаю, в каком она сейчас состоянии. В горле ком, плачет и не хочет ни с кем общаться, поделилась Ермолаева. Но вот глядя на инстаграм Калашниковой, не видно, что она убита горем. Видимо, все эти эмоции мы увидим на шоу Дмитрия Шепелева. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.